Лучшее место для футбольных болельщиков в Нижнем Новгороде – набережная Федоровского. Специально для них здесь установили инсталляцию хэштег «Нижний Новгород 2018». Снимок на его фоне должен собрать много лайков. Именно с этой точки открывается прекрасный вид на Стрелку и стадион Нижний Новгород. Новый арт-объект открывает послы Нижнего Новгорода на Мундиале. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина и известный российский футболист и тренер Дмитрий Черышев. Несколько дней назад они присутствовали на жеребьевке в Москве, где стали известны команды, которые будут бороться у нас за выход из групп. Главная сенсация – это приезд сборной Аргентины с Лео Месси и сборной Англии. Очень много болельщиков придут посмотреть на Месси, придут посмотреть на Дибалу и на Ди Мария. В Реал Мадриде играют такие хорваты, как Ковачич и Модрич. Иван Ракитич играет в Барселоне. Поэтому это будут звезды мирового класса. На него обязательно придет полный стадион. Но я думаю, что обязательно болельщики должны приходить не только на этот матч, а и на последующие. Ну, действительно, все так нервничали вначале, да, потом уже, когда все прошло, все определилось. России досталась действительно хорошая группа, да, мы будем надеяться, что они выйдут, естественно, из нее. Все радовались за свои города, все радовались за страну, что действительно вот в тот момент все поняли, что да, скоро будет чемпионат мира. Первые селфи с хэштегом в соцсетях размещают волонтеры. Хэштег на набережной открыли Международный день добровольцев, то есть в их профессиональный праздник. В преддверии и во время чемпионата мира волонтерам предстоит очень много работы, показать гостям, насколько Нижний Новгород гостеприимный. В арсенале каждого есть хотя бы один иностранный язык, чтобы легче было общаться. Своими снимками они в очередной раз прославляют приволжскую столицу и напоминают о том, что именно у нас пройдет 6 матчей предстоящего Мундиаля. Помимо того, чтобы владеть иностранными языками, также нужно уметь помогать людям, уметь быть общительным и также не бояться, наверное, каких-то трудностей, потому что все-таки это событие такого масштаба, что любое может произойти, правильно? Кто-то может потеряться, а мы всегда поможем и сделаем так, чтобы вообще мероприятие прошло на все 100. Последок послы города-организатора подписывают официальные мячи чемпионата мира и дарят их волонтерам. После жеребьевки с появлением такого объекта в Нижнем Новгороде, кажется, окончательно поселилась атмосфера главного события 4-летия в мире футбола. Антон Ганин, Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижней.